Ну, к сожалению, милиция или полиция не знает, где шахматный павильон, хотя знает, что должен приехать на его открытие Собянин. Я вот опаздываю, но надеюсь, что начальство задерживается, я все-таки подойду. Но пока, увы, не очень шахматы популярны. Вот так, чтобы каждый встречный... Ой, какой они... Ну, это я просто... Да все оно по дороге красивое. Хочется все сфотографировать. Да, ну я вот иду к центральному входу. Наверное, там все-таки охранники-то скажут, а где шахматный павильон. День, конечно, не июльский, честно говоря. Все-таки 27 июля. А так погода немножечко конца августа. Так, вот еще одно какое-то замечательное шествие. Ну, это мы обязательно, конечно, снимем. Вот такие замечательные люди. Ребята, не тяжело идти? Отлично, нормально. Смотри. Да, это что-то такое.